Ты не поверишь. Клона, оказывается, монтировать не так уж и сложно. Я все покажу. Заглядывай ко мне на страничку, там найдешь много интересного по монтажу и про видео. Ну а сейчас... Снимаем объект в трех разных местах. Мысленно между ними проводим вертикальную линию. Затем обрезаем ненужные нам кусочки. Второе видео перекладываем в наложение. Третье видео тоже перекладываем в наложение. Обрезаем. Из каждого наложения удаляем фон, подгоняем по размеру. И накладываем музыку.